Так, можете поздравить нас, мы одели опутинки, но не факт, что он их не снимет. Значит, еле-еле, получается, я его сзади быстренько натянула на него полотенце такое толстое. Вот, я его держала, Настя одевала, но перед этим Настя опутинки училась, тренировалась одевать на скорость, на палочки для суши. Причем я уже так тренировала, чтобы палочки двигаются, и чтобы можно было их одеть и так. Ну, конечно, там, когда двигаются лапки с когтями, то это достаточно серьезно. Вот, посмотрите. Ну, я думаю, что он их сейчас разгрызет. Мне кажется, что он их снимет. Вот, у него полный шок. Говорит, легким движением руки опутинки превращаются. Превращаются опутинки в элегантный шорт. Ой, не знаю, посмотрим, может придется будет другой вариант, но по крайней мере хоть что-то. Яся. Ой, ему не нравится. Ясенька, ну по-другому никак, потому что если хотим его тренировать, чтобы он летал нормально и потом учился охотиться, то без опутинок никак. Да, Ясенька, так что придется к этому привыкать. Вот так вот. Как будет дальше дела обстоять, будем рассказывать.